европейских государств. И последнее, что бы я хотела сказать. Ну вот давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности. И последнее, что я хочу сказать. Россия предлагала неоднократно переговоры по урегулированию внутриукраинского кризиса. И мы уже достигли практически договоренностей в Стамбуле, готовы были двигаться. Но, к сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей. Мы снова говорим, мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров.